Весенний кубок школьной КВН-лиги посвящен году волонтера, поэтому общую тему игры обозначили как «Я доброволец». Вел игру Владимир Муравьев. Награды и призы предоставил правком Смоленской атомной электростанции. Принимали участие 5 команд. Дом детского творчества представляла команда «ДДшки». Команда первой школы назвала себя «Стражи Дикси». Бесстрашную команду второй школы величали «Ноев ковчеги». Третья школа именовалась загадочно «Три в одном». Четвертая носила название «Сила трения». Игра состояла из 3 конкурсов. Приветствия, биатлон и STEM. Жюри состояло из людей, которые стояли у истоков создания КВН в Десногорске, либо в прошлом были игроками команд. Приветствие проходило под девизом «Будь готов, всегда готов» и отличалось свободной домашней заготовкой. Уже в этом конкурсе ДДшки уверенно вырвались вперед. В конкурсе биатлон должны были победить капитаны команд, чьи шутки будут признаны самыми смешными. Тут жюри ничего не оставалось, как присвоить первенство 2 командам – ДДшкам и Стражам Дикси. STEM – самый игровой конкурс. В нем команды продемонстрировали юмор, артистичность и индивидуальность. Пока жюри подводило итоги, игроков команд на быстроту и смекалку испытывали зрители. Они буквально выстроились в очередь к микрофону, чтобы задать командам свой каверзный вопрос. Жюри заняло свои места, а зрители все не хотели отпускать игроков. За приз зрительских симпатий болельщики сражались не хуже своих КВНщиков и перекричали всех поклонники команды «Стражи Дикси» из первой школы. Специальный приз правкома САЭС получил Максим Васильев, школа номер 3. Стоит ли смотреть КВН на первом канале? Стоит дождаться, наверное, осенней сессии, и тогда посмотрим лучше здесь. Давно я так не смеялся, и жюри, собственно, меня поддержит в этом. Приз от молодых атомщиков получила команда 3-й школы. Лучше всех пошутила 2-я школа о голосовании десногорцев за комфортную среду. Меняются времена, меняются шутки, меняется, как говорится, злоба дня. Но люди остаются те же. Как бы в наше время были немного другие шутки, сейчас у детей другие, но все равно юмор – это на чем, мне кажется, держится наша родина. 3-е место заняла команда «Ноев ковчеги» – 2-я школа. На 2-м – команда «Сила трения» из 4-й школы. Победителем стала команда из Дома детского творчества «ДДшки». Не знаю, как это передать. Это, ну, просто мы очень долго к этому шли, тренировались, нарабатывали. И мы очень рады. Очень. Поклонники десногорского КВН с нетерпением будут ждать осеннего кубка школьной КВН-лиги.